Но перед тем, как бетонировать пол, нужно помещение гаража отсечь от всего дома. Для этого вот эти все отверстия нужно заделать. Вот обрезки досок, я их специально в гараже оставил, чтобы они не намокали. Из вот этих вот длинные торцевые доски. Обезьянка, пришло твое время. Купил давненько уже, но что-то все по старой привычке ручной пилой. Пилю и пилю. Наверное, уже пора начинать эксплуатацию. Залезу вон туда наверх, покажу, как буду заделывать вот эти вот отверстия. Шахты такие сквозные. Решил я сильно не мучиться. Буду вырезать вот сюда доски в размер, саморезами их прикручивать, ну, с двух сторон. Там доска, здесь доска. А в середину буду ложить пенопласт. Там таких кубиков длинных много осталось. Буду закладывать. Пенопласт положу в эту стену, которая между гаражом и домом. А в те две стены, наверное, просто шумоизоляцию в середину поставлю. И все. Ну вот примерно так. Так выглядит со стороны гаража. В мешке оказались маленькие квадраты. Короткие. Надо лезть на чердак за большими, за длинными, вернее. Уже всего один кусок сгодится, остальные все тонкие. Будем с тех, значит, квадратов резать, и этот заберем. Запуск спланировал.
надо там пенить. Вот эти щели. Пены нет. Завтра куплю. Сейчас просто попилю боковинки. Со стороны дома полностью все заделал. Мы тут шторочки повешали, рассада, все дела. Но осталось со стороны гаража. Буду вырезать пенопласт, подгонять. Пенопласт подготовлю, нарежу, потом там все пропеню, щели, и буду пенопласт заталкивать. Пена с прошлого года осталась. Вроде баллон еще полный, давление не очень. Но попробую маленько потратить. Вот так выглядит готовый вариант. Тут полуготовый. Здесь просто пенопласт и потом доска. Щели пропенил. Здесь все равно будет подшиваться потолок в гараже. Это все безобразие закроется. Ну и осталось еще немного.